Всем здравствуйте! Собираюсь в Южную Корею. Это мое видео номер два. В первом видео я рассказывал о том, как я покупаю билеты на самолет и как я бронирую отель. Сегодня я расскажу, вот она Корея, Сеул, вот он мой Владивосток. Сегодня я расскажу о том, во что я собираюсь одеться, чтобы пройти паспортный контроль. Первое, обувь. Вот эти башмачки называются, если не ошибаюсь, берцы. В них я хожу по горам Приморского края, по лесам и так далее, по тайге. Вот, ну и думаю в них поехать. За и против того, чтобы ехать именно вот в этих берцах. Сначала за. Один парень, большое ему спасибо, в интернете выложил видео, рассказывает, что он пришел на Арбайт в кроссовках, и его из-за этих кроссовок не взяли, потому что обувь должна была быть другая. Ему пришлось пойти в магазин, купить ботинки. Заплатил он за эти ботинки, если я не ошибаюсь, где-то 45-50 тысяч, то есть на наши деньги это где-то 3 тысячи рублей. Вот. И, ну, как бы тратить эти лишние деньги не очень хочется. Еще, кроме того, он рассказывает, что там только маленькие размеры. А у меня 44 размер. Соответственно, может моего размера не найтись вообще, даже если захочу купить ботинки там. И мне придется покупать маленький размер, и они мне будут жать. И так-то работать, пахать придется, а еще и обувь, которая жмет, это нехорошо. Ну вот так. С другой стороны, против того, чтобы ехать в берцах. Такой момент. Ребята, видео, молодцы, спасибо им большое, рассказывают. Они проходили паспортный контроль, их завернули на допрос, они ждут, сидят этого допроса. Мимо них ходит строгий, серьезный такой таможенник, руки заложил за спину и внимательно смотрит на обувь. И ребята предполагают, что он смотрит на то, обувь дорогая у тебя, ну там обувь человека, который на работу приехал, или обувь, который приехал отдыхать с туристическими целями. Вот. А я предполагаю, то если я вот в этих берцах там появлюсь, если меня вот завернут на этот допрос, и он увидит мои берцы, он точно подумает, что я собрался работать. Ну вот так. Но тем не менее собираюсь ехать в них. Потому что как получится, что-нибудь придумаю. Если меня спросят почему, то я найду что сказать. А может быть они спрашивать не станут. Просто завернут и до свидания, и ничего не объяснят. Ну ладно. Так, ну вот с брюками все понятно, джинсы надену, с курткой. Опять у меня сомнения. За и против. Сначала за. Один парень, спасибо ему большое, выложил видео, он, видимо, такой психолог, рассказывает, что корейцы, они сами любят одеваться во все такое яркое, светлое. Соответственно, если они у вас увидят в ярком, светлом, да к тому же куртка еще и дорогая, то они на психологическом уровне воспримут вас как своего. Соответственно, турист, без лишних вопросов вас пропускают. Вот. Это за. Но есть и против. Во-первых, куртка дорогая. И вот представьте себе, я на работе, куртка там в гостинице или где я живу, на работу приходит миграционная служба, наручники, отправляют меня домой, за курткой никто не пошлет. Как опять же рассказывают, спасибо им большое, ребята, в интернете. Эта куртка стоит дороже, чем билеты туда и назад из Владивостока в Сеул. Соответственно, мне жалко будет ее потерять. Вот таким образом. Вот. Кроме того, против того, чтобы ехать в этой куртке, она теплая. А это будет уже весна. Если я задержусь на 2 месяца там, то тем более, это мне ее как, вот мне ее сворачивать и с собой все время таскать. Тоже Марокко, не знаю, поэтому буду думать в этом направлении. Вот. В третьем видео я, наверное, расскажу о том, как я ищу работу. Забавная ситуация, мне 52 года, не больно-то меня хотят брать на работу. Ну, посмотрим, что будет. Поеду, вообще говоря, дикарем, скорее всего. Ну ладно, до встречи, счастливо.